Всем привет! Мы догадали детки конфетки. И у нас Саша и Слава. Август — последний летний месяц. Что вам запомнилось этим летом? Вам понравилось это лето? Вот лето подходит к концу, давайте подведем итоги. Слав, ты где был этим летом? В Нижнем Новгороде, да, был у бабушки? Что там интересное было? Расскажи. Лазил дома. Лазил дома? А вот куда вы с бабушкой? На яхте ездили кататься, да? Еще куда? Расскажи нам. Сюда, в Песелу. Вы еще в Судак ездили, а мы с Сашей как раз послезавтра уезжаем в Судак. Ты нам куда порекомендуешь сходить? В пещеру? Да. А еще что порекомендуешь посмотреть? Что там еще интересного? Мамонтовую и все. Мамонтовую пещеру? Да. А Ингинскую крепость? Да. Саша, а ты где была? Ну, ты была, конечно, не летом, в мае. Где ты была в мае? Расскажи. В Африке. В Африке? А в какой стране? В Тунисе. И что, тебе понравилось там? Бассейн или море? О, я тоже проплывала под пластиком в бассейне. Здорово. Ну, у нас вот такой хлористый бассейн, что маме даже шлепки проел. Вот так, такой вот. А ты, получается, в Судаке был на Черном море, да? Да. А ты была на каком море? На Средиземном, да? А что понравилось больше, Черное море или бассейн? Или Средиземное море или бассейн? Черное море. Черное море. А ты была на Черном море, Сашуль? В том году. В каком городе ты была? А мне подавилось. В Калужке. А мне подавилось море. Море. А ты на катере по открытому морю катался? И что ты там видел? Мы по Волге. По Волге? Интересные географические изменения. Ну ладно. Это ты, может быть, с бабушкой катался по Волге? Да. А на море вы в Судаке по открытому морю видели? А под постом? Даже дельфинов видели, мама говорила, да? Ну да. Да. Было здорово? А да. Вообще, ребят, вы этим летом только, садили? Только мы на другом уже видели бегитов. Да? На другом. Да. Их было много. Много дельфинов было? Да. А скажи, пожалуйста, дельфины — это млекопитающие или рыба? Правильно, млекопитающие, потому что детеныша кормят молочком. А скажи, чтобы подписываться на наш канал.